Ну что же, мы пересекли мост 25 апреля, похожий на мост Золотые Ворота, и оказались на таком небольшом как бы полуострове. И сейчас мы движемся из Золотых Песков, пляжей Симбры, движемся мы в Сетубал. Поскольку у нас дикое путешествие, значит, мы едем и делимся впечатлениями. Здесь очень неплохая дорога, надо сказать. Слева и с правой стороны нас окружают те самые пробковые деревья, где добывают пробку. Для туриста это прикольно, наверное, будет посмотреть. А также большое количество виноградников мы здесь видим на высокогорьях. В равнинах здесь очень много растительности. Это не Испания, надо сказать, это Португалия, и зелени здесь благо хватает. Сейчас мы движемся по серпантинчику и показываем вам нашу дорогу. Вся дорога занимает всего-навсего 26 минут езды, соответственно, это в районе 20-26 километров. Ну и посмотрим, что нам будет попадаться по пути. Мы не тестируем пока пляжи, потому что еще не сезон, сейчас ранняя весна. И ранняя весна чем-то похожа на наше такое хорошее лето. Но вода еще по-прежнему холодная, все-таки океанчик, да? Что ж, нам не повезло, замок, к сожалению, закрыт, но когда нас это останавливало? Смотрите, какой замечательный вид, и мы решили этот замок штурмануть. Пойдем в обход. Нет такого замка, у которого в стене не было пробоины, верно? Сейчас выясним, есть ли у португальских замков стеновые пробоины. Пошли. Ну, замок штурмануть нам не получилось, зато получили прекрасный вид на город. И вид на замок. Смотреть нечего, но тут такие непонятные вещи. Например, смотрите, провал какой. И эта штука вся сыпется, обваливается, замок весь трещит по швам. Ну, такое сооружение небезопасное. Но зато можем себе представить, как люди нападали на этот замок. Вот мы находимся в районе нападавших. Мы поднялись на второй оборонительный эшелон и нашли все-таки дырку. Вон она, пробоина есть, но в этой самой дырке решетка стоит, так что не получится у нас прямо-таки залезть через нее. То по-прежнему не получается у нас штормануть замок, но зато обгинаем его с очень красивой стороны. Смотрите, как прикольно выглядит. То расхитители гробниц решили обворовать замок. Сейчас тут нарвались на апельсиновое дерево. Наберем апельсинчиков на халяву. Вот такие прикольные апельсинчики. Эй, ты что делаешь? Мы же типа втихаря это делаем. Ладно, не получилось у нас штурмом взять. Попробуем зайти официально. Так уж и быть. Дорога у нас, конечно, тернистая. И вдоль по этой вот стеночке. Здесь можно видеть масштабы обрушения. Видите, большинство замков страдают от того, что со временем земля все-таки меняет свою структуру и уходит у него из-под фундамента прочно. Поэтому здесь такая сель, глина уходит из-под ног этого замка, и он начинает разрушаться. Мы везде обратили внимание на маячки. Везде стоят маячки, деформационные трещины. И спасение замка наверняка нужно большие средства. Ну, вроде бы государство этим занимается, судя по тому, что я здесь вижу. Здесь идет отсыпка, трамбовка, и люди пытаются делать укрепление все-таки. Не знаю, как кто, но я редко отличаю мексиканцев от испанцев, от аргентинцев, от португальцев. По-моему, это все один и тот же стиль, и у них есть явно что-то общее, абсолютно. Ну, конечно, мы не португальцы, но говорят, что весь Лиссабон приезжает именно сюда, потому что посмотрите то количество рыбацких шхун, которые мы здесь видим. Оно просто необычайно большое. И ту рыбу, которую отсюда ловят, здесь же сразу прибрежные ресторанчики. Ну, так везде, допустим, в Средиземноморье делаются. Вот это череда ресторанчиков. А вот это, ну, навскидку скажу, около 1000 шхун рыболовных здесь. И они приходят с рыбой, и с этой рыбой сразу идут в ресторан. И здесь есть возможность попробовать наисвежейшее рыбное меню. И рыбная карта здесь довольно большая, скажем так. Ну, немножко прогуляемся по ресторанчикам, посмотрим местную рыбную карту. Ну, на самом деле, впечатление такого хорошего, приятного, солнечного городишка после посещения, конечно, оно есть. Здесь очень хорошо, четко светит солнце. Понятно, здесь есть хорошее рыбное меню для любителей морепродуктов. Но мы приехали сегодня поздновато, и все уже ресторанчики были закрыты. Ехать надо где-то начиная с 10 до 3. Сейчас 5 вечера. И просто полюбуемся на Ажулежу.
плиточку и строение домов. Красивая городишка, очень приятный для посещения. Даже если, как в нашем случае, не повезло заскочить в замок, просто для прогулки рекомендовано однозначно. Соглашусь, что видео, конечно, бестолковые, но бывает так в жизни, что ты не хочешь ничего знать про это место, тебе просто тупо хорошо. И моя задача сакцентировать на этом месте, рассказать о том, что он существует. И приезжаешь, она такое как бы заряженная позитивной энергетикой. Неинтересно, бывает так. Вот неинтересно, что в этих строениях, когда образовано, кто сделал, просто кайф. Просто интересно ходить на все смотреть. Мне нравится. Иногда нравится. Ну что, на этом наша прогулочка подходит к концу. Пробежались мы, и что я вам скажу, место такое лениво для посещения, особо вы ничего тут не увидите, то есть замок был на реставрации, церквушка была закрыта, а в принципе здесь больше ничего нету, кроме небольшой церквушки и небольшого замка. А все побережье, оно очень зеленое, чем-то напоминает отдаленный Таиланд, может быть, для любителей Тая оно будет очень близко к этому похоже. А по левую и по правую сторону у нас винограднички. А вина и виноделин мы здесь не обнаружили, чтобы можно было попить. А ресторанчики есть, но они такие ленивые, опять же, штучек, наверное, 10. А средний чек на человека 10-15 евро. Рыбы действительно много, она действительно свеженькая, но она не в изобилии. Нету такого большого изобилия. То есть это, опять же, дорадо, осьминожек, крабик. Ну, пожалуй, и все. Может быть, морской окунь будет в вашем меню. Ну, очень скудненько. Здесь есть пляжи, но пляжи такие, они интересны. Они больше, наверное, подходят для любителей серфа. И для серфергистов здесь, конечно же, раздолье. А для пляжа с парочкой или пляж для того, чтобы просто отдохнуть с детьми, я бы не рекомендовал сюда двигаться. Точнее, мы немного что здесь посетили. Вся береговая линия, она, конечно же, забита пляжами. И, например, на путеводителях есть хорошая фотография с такими пляжными скалами. Но мы их не встретили. Ну, наверное, где-то они есть. Ну, на сегодня это все. Коротенькое путешествие наше заканчивается. Наверное, все-таки основная цель была показать, что здесь нечего ловить, но вид здесь на миллион. То есть, если бы на машинке решили объехать всю Португалию, конечно, сюда стоит заехать посмотреть. Но специально сюда ехать я бы не стал. Так, ну как же быть в Испании, не заскочить на винодельческий завод? Разумеется, мы заехали, поскольку он находится здесь же, на полуострове Сесимбра. Туда сейчас ходим и посмотрим, что же там интересного. Блин, трудно мне сказать, как называется этот винный завод, но я надеюсь, что он называется Бакалхоя. Бакалхоя, так, по крайней мере, написано. Значит, смотрите, на что обращаю внимание, что огромное количество вина, и теперь пробежимся по ценам. Например, вот эта бутылочка стоит 3 евро 45 центов. Я думаю, очень достойно. Вины, которые за моей спиной, они бегают примерно от 5 евро до 28 евро. Ну, за 28 евро это уже будет примерно вот такая интересная бутылочка с печатью, со всякими приколами. Вот такая бутылочка 28 евро стоит. А простые, типа Розетта, красное-белое вино, но в районе 7 евро. Здесь тоже есть такая фишка, что их можно потестить, прежде чем их покупать. Здесь есть экскурсовод, который вам расскажет, покажет за моей спиной. Видно, да? И увидите, что такое хорошее, правильное вино, и научит его правильно пить. Пока вы пьете, вот есть такой сад камней в китайском стиле, где можно просто посмотреть, ну, полицезреть вместе с вином. Выглядит очень довольно приятно. Здесь есть также коллекция вин, которая принесла этому заводу известность. У него есть 2 большие награды. Не знаток я бы не сделал. Но награда была 2014 года, 2017 года. И бутылочки, смотрите, 2015 года 5 евро стоит. 2 года 15 евро стоит. 97 года 50 евро стоит. И 85 года 90-20 евро. Есть вино за 100 евро 83 года. И 2003 года 20 евро бутылочка. Выглядит довольно зачетно. Что мне еще понравилось, вот такие ножницы, прикольные, за 30 евро, подарочный экземпляр.
То есть португальцы открывают вино вот такими ножницами. То есть на этом заводе подошли к дегустации с душой. Сколько стоит продегустировать на этом заводе хорошее вино? Вино стоит, дегустационная карта, 3,5 евро, это молодые вины. Есть дегустационная карта на 8 евро и есть на 15 евро. То есть даже если у вас как бы турист, вы не богатый и бюджет у вас маленький, но 3 уж евро у вас найдется для дегустации вина, не так ли? И высажена вот такая бамбуковая роща, по которой я сейчас гуляю. И здесь сад камней. Сад камней, он виден за моей спиной, да? Вот. И люди, которые наслаждаются, пьют вино, они видят сад камней, видя, ну, разного рода скульптур, бамбуковая роща. И это выглядит довольно прикольно. То есть сюда люди, когда приезжают, они здесь действительно наслаждаются, они действительно здесь отдыхают, а не просто, знаете, пивзавод, где можно там пивка хряпнуть, или винный завод, где можно вточить бутылочку вина. Это прикольно. Сейчас мы, как всегда, приехали поздно вечером. Посмотрим, получится ли у нас зайти на этот завод. Если получится, то будет неплохо. Очень трудно мне выговорить португальское название. Ниже под роликом будет написано, что это за завод. Пойдем сейчас на экскурсию в этот завод.